Память. Когда человек рождается, он все помнит. Когда маленький, все помнит. А когда уже становится, вот знаете, маленькая уже, как бы сказать, загвоздка, да? Хочешь что-то вспомнить, а уже забываешь. Знаете, жизнь она такая. Когда ты растешь, ну то есть человек, когда растет, у него есть память. У него есть все. Он соображает. Но подходит, когда уже, знаете, такая вот ну, человек забывает, да? Он не помнит своего имени, он не помнит, вообще ничего не помнит. Он не помнит своих родственников. Она потихоньку покидает его. И ты думаешь, как бы не быть таким человеком, овощем. Понимаете, о чем я говорю? Вот, знаете, человек живет, да? Приходит старость, раз, и болезнь, деменция, либо там Альцгеймера, либо там еще кое-какая, да? И человек не может элементарно вспомнить кого-то из своих родственников, да? И уже начинает делать, что попало. И становится как овощ, как ребенок. Это очень плохо. Если это с твоим родственником получается, да? Там с мамой, или там с сестрой, либо еще с кем-то. Надо быть просто человеком. И принять это. Что это может быть с любым человеком. Как-то так. Будьте добрее.